Леотиф Керимов, ученый, художник, ковродел, родился в Шуше в ноябре 1906 года. Ему было 6 лет, когда родители переехали в Иран, город Мешхед. Здесь он помогал матери ткать ковры. В 16 лет начал работать в ковроткацкой мастерской знаменитого Мирзы Алекпира Гусейзаде. Продолжил изучать ковровое искусство в школе известного художника Хусейна Бекзаде Табризи. Появились на свет и стали известны в мире ковры Афшан, Хатаи, Хатаи Саяги и другие. В 1929 году он возвращается в Азербайджан, становится первым среди лучших мастеров ковроделия. В 1955 году он был удостоен звания «Заслуженный деятель искусств Азербайджана». Вскоре его ковры экспонируются в Москву, где получают высокую оценку специалистов, признание общественности. Керимов – основатель азербайджанской науки о ковроделии. Он говорил о непереходящей ценности коврового искусства. Восстановил множество забытых, утраченных видов национального орнамента и композиции азербайджанских ковров. В 1961 году вышел первый том его книги «Азербайджанский ковер». В 1983 году вышли второй и третий тома. Эта книга произвела настоящую сенсацию. В книге он определил, что 90% ковров, объединяемых под общим названием «Кавказ», являются азербайджанскими. В 1967 году его усилиями был создан Государственный музей азербайджанского ковра. Он стал единственным музеем в мире, который проложил путь другим типичным музеям на Востоке.